Прекрасно, уже прислали. Это что? Сейчас увидишь. Рентгеновские очки. Персис, я вижу тебя насквозь. Ничего ты не видишь. Откуда ты знаешь? Эти твои стеклышки не могут заменить рентгеновского аппарата. Не веришь, не надо. Но знаешь, рентген — интереснейшая тема. Большинство из нас прошло через рентген, но не задумывалось, почему рентгеновский аппарат видит нас насквозь. Строго говоря, его лучи не делают нас прозрачными. В сущности, они просто падают, как свет, на мою руку. И получается тень. Конечно, эта тень не похожа на рентгеновский снимок. Она больше напоминает птичку. Или оленя. Прости. Тень, которая отбрасывает свет, не дает рассмотреть деталей. Другое дело — рентгеновские лучи. Рентгеновские лучи — это часть электромагнитного спектра, как и радиоволны, микроволны, видимый свет. Но они обладают гораздо большей энергией, благодаря чему могут проникать и сквозь наше тело. Однако, если бы они проникали сквозь все, не было бы тени. К счастью, это не так. И причина этому — свойство, называемое плотностью. Все, что нас окружает, состоит из атомов. Но расстояние между атомами у разных органов разное. Чем ближе атомы один к другому, тем материал плотнее. Сравните, например, шар из пенополистирола с бильярдным шаром. Атомы бильярдного шара гораздо ближе один к другому. Поэтому тут плотность больше. Наш организм, к счастью, состоит из тканей различной плотности. Скажем, кости у нас обладают большей плотностью, чем кожа и мышцы. Это делает возможным применение рентгеновских лучей в медицине. Чтобы сделать рентгеновский снимок, нужны три вещи. Аппарат, излучающий рентгеновские лучи, тот орган, на который они будут направлены, и, наконец, нужно как-то запечатлеть то, что произойдет. Рентгеновские лучи оказывают на фотопленку то же воздействие, что и свет. Они ее засвечивают. Поэтому мы поместим под руку большую кассету с незасвеченной фотопленкой. Но при чем тут тень, о которой я только что говорил? Напомню, что наши кости плотнее, чем все остальные органы. И когда делают рентгеновский снимок, происходит следующее. В коже и мышцах атомы находятся далеко друг от друга, и большая часть лучей легко проходит сквозь них на пленку. А в костях атомы ближе друг к другу, и сквозь них проходит лишь малая часть лучей. На ту часть пленки, что лежит под костями, попадает гораздо меньше рентгеновских лучей, чем на всю остальную. Поэтому кости отбрасывают на пленку густую тень. Но тень ведь темная. Почему же кости на рентгеновском снимке белые? При съемке фотокамерой пленка подвергается воздействию света внутри аппарата. И когда пленка проявлена, получается негатив. Попрошу улыбочку. Негативом мы называем это потому, что светлые объекты стали здесь темными, а темные — светлыми. Рентгеновский снимок — это тоже фотонегатив, где плотные объекты, кости, отражают пучок рентгеновских лучей и кажутся светлыми. А вот место перелома выглядит темным, потому что тут пучок лучей прошел насквозь и засветил пленку. Поскольку у металла еще большая плотность, чем у кости, он дает на рентгеновском снимке даже более светлое изображение, чем кость. С негатива фотопленки делают отпечаток, позитив, то есть фотографию. То же самое проделывают в аэропортах с рентгеновскими лучами. Пучок лучей сканирующего устройства позволяет службе безопасности заглянуть внутрь вашего багажа.
Правда, в этом случае плотные объекты выглядят темными, а не светлыми. Рентгеновские лучи очень эффективны для осмотра кости или досмотра багажа, но есть у них и ограничения. Так они непригодны для диагноза повреждения мягких тканей, которые имеют ту же плотность, что мышцы или нервы. В этих случаях используют другие технологии, которые рассчитаны на иные свойства, помимо плотности. Нельзя также использовать рентгеновские лучи для наблюдения за младенцем в утробе матери. Вместо них используется ультразвук. Не потому, что им это не под силу, они могут повредить зародыш. Существенный недостаток рентгеновских лучей. В них так много энергии, что они пробивают наше тело буквально как крошечные пули. Действительно, при каждом рентгеновском снимке нам причиняется вред. Но он настолько незначителен, что если снимок делается достаточно быстро, опасности никакой. Вот чего следует избегать, это проникновение рентгеновских лучей в быстро делящиеся клетки. Как у растущего зародыша. Дело в том, что эти лучи могут повредить ДНК, которая хранит генетический код организма. В быстро делящихся клетках повреждение ДНК может привести к врожденным порокам. Не зря, прежде чем сделать рентгеновский снимок, надевают плотный свинцовый фартук, защищающий интимные части тела. Это делается для защиты ДНК в этих ваших клетках, иначе возникнут проблемы с продолжением рода. Задержите дыхание. Скоро ты снимешь эти дурацкие очки. Ты считаешь, что они дурацкие? Бесполезные? Да, уверена. Ну что ж, допустим. Да, кстати, на тебе сегодня славное белье в горошек. Дай сюда! Пытливые...